Сообщение из Брянской епархии продолжит программу. В Брянский Свято-Троицкий кафедральный собор принесена чудотворная Почаевская икона Божьей Матери и Свято-Успенская Почаевская лавра Украины. Святой образ установили в верхнем ярусе собора, где был совершен молебен с акафистом. Свято-Успенская Почаевская лавра, откуда принесен святой образ, одна из крупнейших православных обителей Украины. А сама Почаевская икона Божьей Матери относится к числу наиболее чтимых святынь Русской Церкви. Наряду с православными на поклонение ей приходят и христиане других исповеданий. О чудесах, которые подавались по молитвам перед этим образом, можно и не говорить. Многочисленные исцеления и прозрения свидетельствуют сами о себе. В начале осени Почаевская икона прибыла на Брянскую землю. Здесь она находится уже несколько дней. Поклониться ей можно будет до 10 сентября в Свято-Троицком кафедральном соборе. В дни пребывания чудотворного образа собор открыт с 7 до 22 часов по местному времени. Отметим, что в начале октября святыня украинского монастыря впервые отправится в Черкасскую область Украины.